Ну что, Жора, добегался? Да, передозировка это плохо. По себе знаю. Барбитура, аламинол, амфетамины. Хочется, конечно, дрябнуть иногда. Только после этого хренотень всякая мерещится. Нехорошая. Лаборатории какие-то, капсулы бегают. Такая байда, что и врагу не пожелаешь. Вообще, я давно искал такого наркомана, как ты. Чтоб за пачку таблеток мог придушить родную маму. Один хмырь в Бобруйске сильно мешает моему наркобизнесу. Я хочу, чтоб ты сгонял туда и разобрался. Держись от меня подальше. Ну что, нарколыга, проснулся? Смотри, не наблюй на меня. Ну все, приперлись. Товарищи, добро пожаловать в колонию Бобруйск-17. Бобруйск-17 — это новейшая оздоровительно-воспитательная колония, созданная специально для вас. Алкоголики, наркоманы и психически неустойчивые личности одинаково легко избавляются от своих недугов в нашей колонии. Меня зовут доктор Брунков. Я здесь самый главный. Хочу сразу вас предупредить, что в нашей колонии запрещено распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, а также проституция. За порядком следят наши доблестные дружинники. Так что ведите себя хорошо. А ну пошел отсюда! Начальник, ну хоть одну бутылочку! Двигай, проходи! Нехороший человек ты, начальничек! А ну пошел отсюда! Эй, у вас закурить не найдется? Здесь даже сигарет негде купить. Товарищи, добро пожаловать в колонию Бобруйск-17. Бобруйск-17 — это новейшая оздоровительно-воспитательная колония, созданная специально для вас. Алкоголики, наркоманы и психически неустойчивые личности одинаково легко избавляются от своих недугов. Самое страшное — это если закодируют. Доктор Брунков, я здесь самый главный. Хочу сразу вас предупредить, что в нашей колонии запрещено распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, а также проституция. За порядком следят наши доблестные дружинники. Так что ведите себя хорошо. Эти уроды отобрали всю мою выпивку. Нужны инструкции. Двигай. Не нравится мне, что там происходит. Как думаешь, пузырь смогу протащить? Еще из заначки осталось. Даже не пробуй. Найдут, а потом такой пизды вломят. 10.97. Товарищи, добро пожаловать в колонию Бобруйск-17. Бобруйск-17 — это новейшая оздоровительно-воспитательная колония, созданная специально для вас. Алкоголики, наркоманы и психически неустойчивые личности одинаково легко избавляются от своих дружков. Меня зовут доктор Брунков. Я здесь самый главный. Хочу сразу вас предупредить, что в нашей колонии запрещено распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, а также проституция. Что ж ты, гадина, мне статью-то шьёшь, а? Не мой это порошок, блять. Сам, сука, подбросил его в карман мне. Шевели мотор. Всем внимание, возможно опасность... Сюда! 1004. Дай твои однополушки, а? Иди нахуй отсюда! Назад! Надо отключить от камеры. Итак... Что, обосрался? Это ж я, Буря Ковтун, твой кореш.
А я смотрю, ты почти повелся на маскарад. Я тайно работаю на мордоворотах Брунькова, а заодно тайно достаю информацию для нашего гнусного преступного синдиката. Да, Боря, что ты там хотел? Я сейчас очень сильно занят. Хватит трахать своего питомца, лучше посмотри, кто тут. Ебать мою лысину. Жора Фридман. А я думал, он ласты склеил. Ты его недооценил. А ведь вот он тут, живой и как огурчик. Ну и что прикажешь делать с ним теперь? Надо бы его к тебе переправить. Как же он найдет мою конуру? Это ведь очень нелегко, тем более у него и карты нету. А хули, ему же не 5 лет, авось не заблудится. Ладно, конец связи, а то у меня трафик идет. Давно пора локалку ставить. Жора, с возвращением тебя. Ну что, Жора, тебе нужно добраться в убежище Изи. Твою мать, как не вовремя ревизия-то, а? Жора, давай сюда. Вспомни, как ты раньше лазил по корточкам. Давай, еще увидимся.